Друзья, всем привет, с вами Никита Дилы и добро пожаловать на Зеленую долину. Продолжаем, друзья, играть на этой замечательной карте. И, в общем-то, давайте посмотрим, что у нас вообще происходит. На 16-м поле, друзья, у нас закончилась уборка в прошлый раз и прошел стрим, на котором мы засеяли сюда ячмень. В общем-то, к следующему разу, наверное, вырастет здесь ячмень и будем его собирать. На 22-м поле, опять-таки на стриме, закончилась уборка кукурузы на силос, и сейчас тут ездит зелок, который посыпает это поле известью, потом это надо будет все удобрить, вспахать, еще раз удобрить, засеять, короче, тут много работы, в общем-то пацаны пускай ездят, развлекаются. Для начала, конечно же, известь, и вот зелок, в общем-то, все это дело у нас делает. Ну и на 7-м поле у нас, друзья, растет хмель, который наконец-таки начал убираться с помощью вот Дона и нашего КамАЗа, который, в принципе, неплохо себя показал в уборке урожая, и решил его сюда запихнуть, в общем, как тоже он убирается. Хмеля, кстати, много получается, если посмотреть в левый верхний угол, то видно, что прям с довольно большой скоростью это все дело у нас собирается, как сичка примерно. Поэтому с этого поля его должно быть довольно-таки много. Ну, потом, разумеется, посмотрим. Да, у трактора, точнее у комбайна, сейчас заканчивается топливо, надо будет подъехать его сюда заправить. Также, друзья, вот мы сейчас на карьере находимся. Отсюда мы вывезли весь песок, который у нас здесь был накоплен, опять-таки на стриме. Отвезли это все дело на стройку. Тут у нас было около 119 кубов. Так что примерно половину мы туда перевезли, чуть меньше. Ну, остальное, в общем-то, довезем, когда здесь появится этот гребаный песок. Ну и сегодня, друзья, наша задача объехать все производства, закинуть туда везде рабочих, где они требуются, ну и топливо, разумеется. Так что погнали! Для перевозки рабочих, друзья, у меня есть вот такой вот замечательный автобусик, который вроде как идет с карты Ягодная, потому что автор карты, точнее не автор карты, а последний, кто, в общем-то, ее переделывал, он туда стырил, в общем-то, вот эту вот идею с рабочими и производство с других карт. И вроде как именно для нее сделали вот этот вот автобус, и слышал я такое, что с местными работягами это все дело здесь не работает. Мы, в общем-то, это все дело проверим. Ну, если не будет работать, то у нас, конечно же, остается вот такой вот газон, который тоже может этих самых рабочих возить. Ну а топляк мы будем перевозить с помощью вот этого вот КамАЗа. Есть у нас вот такая вот бочка, есть у нас, соответственно, заправка с топливом. Там вроде как около 40 кубов должно лежать топляка. Давайте, наверное, начнем с того, что заправим этот самый КамАЗ с топливом. Вот бочка эта вот мне, кстати, очень нравится. Она прям реально выглядит охренительно. Тем более оранжевая. Ну ладно, тут дело не в том, что она оранжевая. Она реально выглядит круто. В общем-то, давайте мы это все дело заправим. Вроде как вот так вот оно, да, цепляется. 39 кубов у нас его здесь есть. В общем-то, погнало это все заправляться. Ага, не 39, 3900. Ёшкин кот, вот это фейл. Ну ладно, у нас на производстве топлива тоже есть топляк, поэтому все будет нормально. А, кстати, ездит еще зелок, который продает этот самый дегистат. И там, соответственно, силос продается, поэтому мы немножко в плюс идем. Правда, также у нас ездит известь пополняется. Короче, на баланс не обращайте внимания, он скачет. Блин, с топливом косяк. Ну ладно, поедем тогда забирать топляк с производства топлива, придется заехать туда. Хорошо, выстраиваем тогда вот этого вот пацаненка на выход. Ну-ка, давай-ка тут как-нибудь развернуться. Да, он длинный, управляется не самым прекрасным образом. Ну, смотрите, он со шлангами, со всякой этой фигней. Классно сделано, на самом деле, вот внешне. С курсплеем, падла, нормально работать не хочет. А так сделан мод вот этот очень круто, именно внешне. Слишком мало топлива уже. Ага, ладно, значит, сначала мы поедем заправлять его. Ну, как-то он очень много жрет, на самом деле, потому что это сообщение очень недавно появилось. Знаете, даже звуки от газика стырили. И руль. Почему здесь руль стоит? Краснодарский механический завод Кубань. Я на самом деле не знаю, что это за модель автобуса. Может быть, реально газ какой-то, но я очень сильно в этом сомневаюсь. В общем-то, давайте цепанем его на Follow Me. Я надеюсь, он сможет отсюда выехать нормально. А сами поедем на КамАЗе, потому что он тяжелее управляется. И тогда первая наша остановка будет на 7-м поле. Надо заправить этого самого нашего комбайна. Ну, вроде как мы приехали. Честно говоря, наши валероны не очень умеют это все дело нормально заправлять, поэтому не знаю. Давайте попробуем сами подъехать сюда аккуратненько. Не, пошла заправка.
Отлично, слушайте, само пошло заправляться хорошо. Только что-то он как-то мало заправил. Видимо, сообщение исчезло и все. Ну ладно, давайте отсюда тогда отъедем чуть-чуть, чтобы не мешать им работать. А не, полный бак заправил, с ним все хорошо. Здорово, заправилось, это меня радует. Хорошо, тогда поехали заправлять ту самую бочку на нашу мельницу топлива. А вот и нет, друзья, знаете, я вам соврал. Раз уж мы тут проезжаем мимо остановки, разумеется, мы сейчас проверим, работает ли этот гребаный автобус. Давайте-ка КамАЗика пока припаркуем сюда и, соответственно, попробуем его загрузить работягами. Они что-то у нас вроде как есть, и ничего не работает, да? Прям в остановку, если заехать, ничего, друзья, ничего. Значит, автобус этот не работает. Значит, мы его нахрен продаем. А жаль. А вот, кстати, да, смотрите, у него вместимость 30. Может быть, на Ягодном другой скрипт какой-то. И не показано, что он возит рабочих. Жаль. Ладно, везем тогда сюда газона. Такс. Здрасте. Значит, надо, короче, автобус отсюда отогнать. Пускай пока стоит на обочине, мы его потом продадим. Сейчас откровенно впадлу. Все, стой здесь, друг. И загружаем сюда работяг. Потом купим еще одного газона. Ну, видите, все полезло, все работает. С этими сразу. Ладно, ждем. У нас теперь у КамАЗа, походу, закончился топляк. Как-то прям совсем не вовремя. Ну, что вы тут? Залазят потиху. Не знаю, почему с таким адским звуком они сюда залазят, но ну ладно. Не мое дело. Ну, в общем-то, по старой схеме будем тогда работать. Будем в другой газон тогда загружать уставших работников и таким образом их менять, как это раньше было. О, полегче, дружище. Ни хрена себе он тут заехал. И он просто его не видит, охренеть. Валера, ты тут тупорылый какой-то. Ладно, поехали заправлять топляк тогда. Газон там как-нибудь сзади, точнее, зилок проедет, я думаю. Соответственно, отсюда мы загружаем топляк. Я надеюсь, он быстро будет загружаться. Ну так, относительно. Быстрее, чем на заправке. На заправке капец как долго заправляется. Там, видимо, напор маленький сделан. Сколько у нас тут его вообще станет? А, и тут у нас его тоже мало. Вот это печалька. А канола у нас есть вообще? Канола у нас 27 кубов. Насколько я понимаю, вот это вот канола. Надо будет ее сюда отвезти обязательно. А бочка на 25 с чем-то кубов, я так понимаю. 25-300. Вот почти бочку мы заполнили. Нормально, вровень вышло. Хорошо, в общем-то, нам надо сейчас загрузить этих всех, точнее, заправить наше производство этими самыми рабочими. Поэтому поехали, начнем с карьера по добыче гравия. Если это, конечно, там сработает. КамАЗ этот, кстати, груженный, еле едет. Не то, что он тут зилок носится. Хотя, может, топливо очень тяжелое. В чем я очень сильно сомневаюсь. В общем-то, есть у нас карьер по добыче гравия. И здесь у нас довольно-таки конченый триггер по загрузке. Автор карты с пеной у рта всем доказывает, что здесь обычный триггер, и с ним все хорошо. Но именно с ним у всех проблемы, и модовые бочки никакие здесь ни хрена не выгружались. Я уже пробовал, у меня это тоже дело не сработало. На одной серии, которая когда-то там давно была. После этого были какие-то другие проблемы, и в общем-то пришлось там что-то с несохранением было, и поэтому гравия у нас сейчас опять нету, точнее этого самого карьера по добыче гравия. Поэтому, друзья, нам нужно его опять купить, что мы собственно сейчас и сделаем. 29 900 он стоит, не знаю почему именно так. И в общем-то сейчас мы попробуем сюда вылить топливо. Если это не сработает, то это сработает стандартной бочкой, которая идет с карты. Это бочка Вуо. Мы потом приедем тогда именно с этой бочкой сюда, но сейчас попробуем здесь покрутить каким-нибудь чудо-образом, и авось это все дело у нас сработает. Ха, работает. Эта бочка здесь тоже вроде как выгружается. Ну и отлично. Только, наверное, здесь не стоит полностью все заполнять топливом, потому что у нас 25 кубов надо распределить на 3 карьера. Я думаю, вот так вот и хватит. Эй, стой, остановись. Во, ладно, это есть. Соответственно, работяг сюда тоже надо выгрузить. 10 кубов, я думаю, на первое время должно хватить. Соответственно, работяг тоже надо сюда высыпать. Сколько здесь? Один рабочий, я так понимаю, на экскаваторе должен работать. Да, один. И, в общем-то, у нас пошло производство и добыча
гравия. Гравий у нас копается вот отсюда, из водички. Здесь, кстати, можно поплавать. Здесь у нас вода, потому что дальше у нас не вода, по которой можно ездить из-за мода сезонов. И, соответственно, здесь точно такая же куча будет, как и в карьере, который у нас песок добывает. Поэтому придется там тоже то ли погрузчиком, то ли лентой. Но, скорее всего, лентой мы это будем вытаскивать, потому что с погрузчиком все, я наигрался, больше не хочу. В общем-то, добыча гравия у нас пошла. Так что поехали теперь на другие места. Точнее, угольная шахта нас интересует и карьер песка. Сначала на угольную шахту, потому что она ближе. Выгрузим туда работяг и топляка сколько-то тоже выгрузим туда. А потом на песчаный карьер. В общем-то, погнали. Да, слушайте, ему вообще капец, как тяжело здесь в горку ехать-то, нагруженному. Он не едет, он просто не едет. Охренеть, я такого еще не видел. Какой-то КамАЗ прям не топовый. Но же, вы же чемпионы по Дакару. Здесь еще фиг выйдешь нормально. Плюс еще сзади с работниками газончик. Вот тебе и здрасте, приехали. Ладно, надо это все дело как-то отсюда вытаскивать. Поехали сначала тогда в этот самый, на песчаный карьер. Отгоняем тогда газон отсюда, чтобы он здесь не мешал. Отлично, стой здесь пока. Никуда не уходите. А я пойду за КамАЗом. Блин, а здесь же вроде не сильный подъем. Чё ж ты слабенький-то такой, а? Ладно, погнали. Блин, а страшно здесь, однако, еще задним ходом сдавать будет. С полуприцепом. Я-то так себе водитель на самом деле. Нормально, выехали. Хорошо. Тогда сначала карьер. В принципе, он у нас приоритетный на самом деле. Добыча песка нам сейчас важна. Поэтому поехали сначала туда. Дружище, ты серьезно? Ты сюда заехать не можешь? Ну как так-то? Ты же такой большой, в тебе всего лишь пол этого прицепа. Еле едет, кошмар. Вроде пробуксовок никаких нету, просто не хватает силы. Видимо, КамАЗ утром кашу не ел. Ну давай, 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 у тебя получится, я в тебя верю. Он поднимается со скоростью 2-3 км в час, не больше. Давай, осталось совсем чуть-чуть же, КамАЗик. О, вроде пошел, давай, 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 давай. Он груженный из карьера не выехал бы, мне кажется, вообще в принципе. Потому что там еще хлеще подъемы. Что нам топляк весь выливать, что ли, отсюда? Так, ну вроде добрался, это уже хорошо. Останавливаем газоны тогда и давайте выгрузим топляк. А может давайте выгрузим его сюда весь? Там еще, кстати, на угольной шахте его оставалось, так что выгрузив туда рабочих, там еще что-то да останется. Хотя вопрос, сколько сюда... А, сюда до хрена влазит? Не, надо на угольную шахту. Надо не на угольную шахту, нам надо что-то отвезти, оставить на нашего КамАЗа, потому что он уже вон остановился. Бедолага, в нем слишком мало топлива, что у всех расход какой-то прям большой очень. КамАЗ успел убрать только поле наше, которое 16 около базы. И вот на втором у него все. Там прям совсем маленький бак у него, походу. Блин, и почему-то не останавливалась выгрузка. Надо было отъезжать, и весь топляк мы потратили. Вот незадача. На базе у нас ничего не осталось. Так, ладно. Хорошо, дружище, стой здесь. Выгрузим сюда работягу. Как же громко и тяжело ты заводишься. Так, работник. Давай, пошел. И экскаватор у нас пошел копать. Соответственно, кто не знает, вот здесь вот у нас будет появляться куча. Максимум в кучу может быть 100 кубов песка, этого будет мало. Он за пару дней нам это все дело накопает. Наверное, смены 2 надо, чтобы это все дело накопалось. Работника хватает на 12 часов всего. Придется потом менять. Но ничего страшного. Ладно, мы тогда этого КамАЗа топливного, наверное, оставим здесь. Не будем его сейчас за собой возить. Пускай стоит тут. Хотя нам надо КамАЗа как-то заправить или КамАЗа потом вручную на заправку свозить. Все равно топлива у нас своего нету. Незадача. Ладно, погнали развозить рабочих. Нам надо еще заехать на угольную шахту, туда троих выкинуть. Поехали туда. Вот здесь реально очень тяжело будет отсюда этот самый уголь вывозить. Я думаю, валероном эту работу, не знаю, как они будут справляться. Хотя, может, и будут. Мне кажется, надо будет для пущей уверенности это на тракторах делать. В общем-то, вот в этой будке мы выгружаем работяг. 3 штучки. Что у нас тут по топливу? А, топлива осталось не так много.
куб 300. И этого на смену вроде как и не хватит им. Ладно, в следующий раз, в общем-то, если оно закончится быстрее, на следующий день докинем им заправки. Угля 70 кубов уже есть, в общем-то, пускай потиху его добывают. А вот, друзья, погнали, отвезем еще работника на пасеку. Не знаю зачем, но пускай он там тоже будет. Хотя, с другой стороны, смотрите, мы 10-5 сегодня потратили. Ну как потратили? Работает у нас 5 человек на карьерах. И вроде как это у нас в приоритете стоит. Пасека нам действительно сейчас не очень нужна, поэтому хрен с ней. Там уже накопился мед. Не знаю пока, куда он нам понадобится в дальнейшем. Еще не придумал. Поэтому мы вот этого газона с работягами оставим прямо здесь. И в следующий раз, когда надо будет освобождать, мы его как раз и выгрузим. Да, задним ходом в эту гору это, наверное, не самая лучшая идея подниматься. Но я такой, да. Я такой. Я люблю. I was wandering round town in a city of gold when I was struck by luck as I found you. Вот и все. Стой, дружище, здесь. Ночуй здесь, короче. А топливо, друзья, у нас, кстати, закончилось не в КамАЗе, что-то я так подумал, а вот в этом вот Зилке, который ездит Дегестат продает. В КамАЗе его там прям до хрена. Тут написано универсал, но все покрыто грязью, поэтому не видно. В общем-то, надо съездить его заправить, но тем лучше. Не будем отрывать КамАЗ от работы. Погнали, в общем-то, на заправочку тогда, если сможем доехать на 7 литрах, хотя 7 литров это много. Так, здрасте. Заправьте, пожалуйста, наш бак. Вот тут вот быстро заправка. Хотя заправка тоже идет не быстро. Просто бак маленький, поэтому кажется, что быстро. 205 евриков у нас это стоило. Ну, погнали тогда обратно. Так, дружище, мы тебя оставим здесь. Валерона отправляем. Пускай, в общем-то, продолжает и дальше ездить, продавать этот сраный Дегестат. Кстати, надо посмотреть, что у нас тут по этому самому Дегестату, сколько его осталось и сколько у нас тут силосов переработки. А, все, в общем-то, нормально. Силос переработки, он просто переработка идет довольно быстро. 42 куба осталось, можно будет, в общем-то, скоро докидывать, освобождать ферментатор. А у нас, друзья, тем временем закончило посыпаться известью наше 22-е поле. И, в общем-то, мы дальше будем посыпать это все дело удобрениями с помощью этого же самого зелка, поэтому нам надо высыпать известь отсюда куда-нибудь, я не знаю. Знаю, например, вот сюда. Почему бы и нет? Может быть, когда-нибудь она нам пригодится. Во, вот так вот. И сейчас отправляем Валерона. Он сам съездит, пополнит удобрениями. Хотя удобрений здесь, наверное, не очень много надо будет. Мне почему-то так кажется. Так, дружище, давай. Ага, сообразил, в общем-то, что нету в нем ничего. Ну давай, в общем-то, есть, пополняйся, удобряй это поле. И знаете, друзья, раз у нас нет никаких свободных, что-то я забыл прицепы для тракторов купить, не подумал совсем об этом на будущее. У нас, в общем-то, есть Урал, который не совсем предназначен для перевозки зерновых, но я думаю, один прицепчик канола он без проблем сможет отвезти, почему бы и нет. Отправим, в общем-то, это все дело на переработку на топливо, я думаю, и плохого топлива не получится, если туда грязная канола какая-то в песке приедет. Я вообще слабо представляю, как из рапса делается дизель, я почему-то всегда думал, что это из нефти. Но это не первая карта, на которой я вижу такую цепочку. А, приезжаем мы. Ну давай, дружище, высыпайся. О, нормально, работает. Все, мельница засушала, зашуршала. Вот так вот это здесь работает все, если кто не знает. И каким-то образом это все дело перерабатывается в соляру. Не знаю каким, не спрашивайте меня об этом. Так, этого пацана мы припаркуем вот сюда вот на данный момент. Я уже потом с этим делом всем разберусь. В общем-то, друзья, что сегодня планировал сделать, я сделал. Может быть, не очень длинная серия получилась, но уж простите. На самом деле, у меня уже 12 часов ночи, а я тут для вас видосик делаю. Я его сейчас еще монтировать пойду. Поэтому завтра утром он, скорее всего, выйдет. Поэтому можете вообще даже лайкосик мне за это поставить. Мне будет приятно. И в следующий раз, друзья, у нас новое производство будет, которого, может быть, многие ожидали. По крайней мере,
как носишься ты, ё-моё. Смелый водитель, капец. Можете даже попробовать, кстати, угадать в комментариях, что же мы будем с вами в следующий раз такого производить, чего, может быть, многие ждали. А я пока залезу вот сюда и не знаю зачем. В общем-то, друзья, пишите комментарии, не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Всем огромное спасибо за внимание. С вами был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.